Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все те, кто зашел ко мне на канал. Всем счастья, здоровья и благополучия. Сегодня я хочу поделиться с вами одним заговором, который я когда-то вычитала. И хочу поделиться этим заговорчиком с вами. Если вас кто-нибудь ругает, если вас кто-нибудь обижает, плохо о вас говорит, если кто-то оскорбляет вас или что-то плохое вам желает, то вы не огорчайтесь, вы ничего не отвечайте этому человеку, не портите себе нервы и настроение. А вот есть такой заговорчик. Вы этот заговорчик говорите про себя или тихонечко шепотом. Не стучи и не кричи, язык прикуси и молчи, что бы ты ни говорила или говорил, мимо меня стороной проходила. Аминь. Дорогие мои, и вы сразу увидите, что этот человек от вас отстанет и больше никогда не будет к вам придираться. Вот такой советик, такой заговорчик, проверенный на себе. До свидания, всем здоровья, счастья и благополучия.